Продолжаем тему кайши-вазы. Значит, сейчас поработаем один из самых простых вариантов кайши-вазы от Тенчинами. Один из самых простых. Значит, еще раз. Я начинаю натекать на партнера. Партнер меня принимает. Начинает выводить. Вот в этой фазе ваша задача не напрягаться. Сейчас вы спокойно уходите вниз. Партнер сбрасывает. Движение получается такое. Вы на три, партнер распрямил. Очень важный нюанс. Значит, смотрите, когда вы уходите под партнера, задача ваша не тянуть партнера на себя, то есть его движение будет на вас. Или колено, вы просто ступи на меня. Да. Или вот его работа на вас, по большому счету. Вы его вроде как тянули на себя, вот он вас шагнул. Горло, вот голова, и все, вот он вас отработал. Поэтому ваша задача тянуть партнера не на себя, а тянуть партнера в сторону и за себя. Живой? Хорошо, никак. Еще нюанс. Смотрите. Вы берете запястье партнера не за предплечье сейчас, не вот таким образом, а вы берете за захват его сустава. Предплечье и запястье. И когда вы начинаете уходить вниз, вы сгибаете его запястье таким образом, чтобы у него за счет натяжения запястья сустава было движение вперед через вас. Но если вы возьмете партнера за предплечье, то у вас с большой долей вероятности при уходе вниз вот как раз получится движение, тянущее вниз партнера. И он начнет вас уже наступать вниз. Вот он вас атакует. Чтобы этого не было, обязательно берем за сустав и партнера ведем за себя. Кайши-вазы. Копюнаги на тенчинаги. Запомнили? Работаем.